Ну всем привет, вы на рыбалке с Демидой. Сегодня вот приехали на озеро опять, на котором летом ловили. Сегодня тоже попробуем вот на доночке половить. Все уже разложили, вон там Санек ищет своего сама опять. Ну, будем пробовать. Не знаю, что будет сегодня. Ну, посмотрим. Вот у нас поклевка на донечку. И что-то есть у нас там. Подлещик взял. Тихо, 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 тихо. Он какой красавец. Ну что, начало положено. Карповые доночки молчат у нас. Тихо, 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 тихо. Ну вон какой. Фанерочка, но все же приятно, приятно. Ну все, спасибо. Давай, давай, не притворяйся. О, пошел, как красиво. Ну, спасибо. Ну что, подлещик одного взяли на донку. Конечно, ждем карпа. Время еще есть. Ну, клёва пока нету. Надо, наверное, перекусить. И в теории должно начаться клёв должен. Проверим. Очередная поклевка. Ай-яй-яй, вроде бы было. Ладно, на червяка берет. Ну что, часа два уже рыбачим. На которой слева стоит на червяка уже три поклевки и один подлещик. А на эти, где кукуруза стоит, чесночная и ванильная, что вчера делал сам, пока ничего. Попикивает, но это, видимо, ну, точно не рыба. Ну, будем сидеть еще. О, поклевочка. Что-то есть. Подлещик. Ну, неплохой. Опять же, взял на червя у нас. Ну, успокойся, успокойся. Ну, спасибо. Он пошел, красавец. Даже и руки не пришлось пачкать. Спасибо ему. А, это, наверное, вон лебедь там ныряет. А, это лебедь опять, блин. Карп не клюет, лебедь, блин.
Привет. На лебеди никто не говорил, что забирать. Лебедь уже второй раз клюет, блин. Жрать ей нечего. Вот за кормушкой пытаются нырнуть. Но нам лебедь не нужен. У Сани клюнула рыба! Кто? Подлещик. А как он мог это сделать? Сани клюнула рыба, и рыба сошла. Но сама. Ну. Где рыба? Что вам надо? Дурак, ты сейчас леску зацепишь. Давай, давай. Сегодня уже так ныряли, блин, взяли донку мою. Хорошо, что не заглотил крючок. Какие-то поклевки на червяка есть, но, видимо, мелочь. Или по кормушке вообще бьет. Как-то скучно сегодня даже. Не клюет рыба и все. Подлещик. Взял на чеснок. А? Да, не хочу сачок пачкать. Да не надо, не надо, Сань. Ну вот такой вот. Третий сегодня. Все, спасибо. На чеснок взял. Кукурузу чесночную. Ну как-то так. Сейчас закинем еще раз и будем уже скоро домой собираться. Ну что, подытожим рыбалку. На кукурузу, которую делал вчера, на ванильную ничего не поймалось. Не клевало даже. А вот на чесночную вот одного подлещика взял. Были такие тычки, но это... Не будем считать как за поклевку нормальную. А на эту донку, где у меня червяк стоит, два подлещика. Ну ничего. Ладно. Всем пока.